Ну, пока я тут в бассейне, решил зайти, почистить, помыть, появилась возможность кое-что показать. Вот. Воу, тихо, тихо, парень. Появилась возможность вам показать, как заставить крокодила отступить, используя исключительно только свою доминантность без палок, криков, визгов, драк и всего прочего. Сейчас попробую вам показать. Вот, ну, если честно, я ни хрена не вижу, поэтому меня в кадре, наверное, даже и нет, но в любом случае. То есть не отступаем, не боимся, показываем свое превосходство. И крокодил постепенно отступает. Только вам ничего подобного делать ни в коем случае не надо, потому что для этого нужно быть действительно морально намного сильнее крокодила. Его в этом плане не наебешь. Так что 1-0 в мою пользу. А тут у нас рефери наш, он нас судил.